Всех приветствую на канале Школы вязания наша пряжа. В сегодняшнем видео мы свяжем такой очаровательный популярный рельефный узор спицами. Узор выполнен из лицевых и изнаночных петелек. Вот так очаровательно он выглядит с лицевой стороны, вот так с изнанки. Узор подходит для вязания свитеров, снудов, для вязания шапочек. Все изделия из него будут такие красивые и объемные. Выполняется достаточно легко. Петельки мы набираем кратно 12 плюс 2 кромки. Схемку данного узора можно скачать на сайте пряжа.ру. Ссылку я даю всегда под видео. Кромку я снимаю. Значит, в первом ряду вяжу 2 изнаночные. 1 изнаночные, 2 изнаночные. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 и 8. И еще 2 изнаночных. Эти 12 петель вы повторяете. В конце кромку вяжу изнаночной петлей. Такой у нас первый ряд. Второй ряд и все последующие изнаночные ряды вяжутся петли по рисунку. Кромку снять. 2 лицевые. 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Плюс 2 лицевые. Кромку снова изнанкой. Готовый второй ряд. Повернуть вязание. Третий ряд у нас будет с лицевой стороны. Крайнюю петельку снять. Дальше начинаю раппорт и с одной лицевой. И выполняю перекрещение 1 на 1 с уклоном вправо. Для этого правую спицу я ввожу во вторую петлю. Вот так спереди. Две петельки снимаю со спицы, подхватываю сначала первую петлю, она получается за вязанием, затем возвращаю вторую петлю, она получается перед вязанием. И обе петельки провязываю лицевыми, вот раз и два. Я получила перекрещение 1 на 1 с уклоном вправо. Дальше вяжу 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Выполняю перекрещение 1 на 1 с уклоном влево. Сзади правую спицу ввожу во вторую петлю. Две петельки снять. Подхватить сначала первую, она получается перед вязанием. Затем вернуть вторую, она получается за вязанием. И обе провязываю как лицевые. Это перекрещивание 1 на 1 с уклоном влево. Дальше еще одна лицевая и последние 12 петель вы повторяете. В конце кромку вяжите изнаночной петлей. Вот такой у нас третий ряд был с лицевой стороны. Так, поворачиваем вязание. Четвертый ряд у нас с изнаночной стороны. Первую петельку снимаем и все петли провязываем изнаночными, так как у нас в четных рядах с изнаночной стороны каждый раз петельки вяжутся просто по рисунку. Вот каждую петлю я вяжу изнаночной до конца ряда. Кромку в конце тоже изнаночной петлей. Есть четвертый ряд. Поворачиваем вязание. Так, пятый ряд у нас с лицевой стороны. Итак, первую петлю снимаем. Теперь я начинаю из трех изнаночных. Изнаночные 1, 2 и 3. Дальше 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 6 и 3 изнаночных. 1, 2 и 3. Значит, последние 12 петель это наш раппорт рисунка. Повторяем до конца ряда. В конце кромку изнаночную. Готовый пятый ряд. Работу разворачиваем. Шестой ряд. Петельки выполняются по рисунку. Крайнюю петлю снять. 3 лицевые. 1, 2, 3. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 3 лицевые. 1, 2, 3. В конце кромку вяжу изнаночной петлей. Готовый шестой ряд. Работу разворачиваем. Так, седьмой ряд у нас с лицевой стороны. Крайнюю петлю снять. Вяжу 2 лицевые. Перекрещивание 1 на 1 с уклоном вправо. Правую спицу спереди ввожу во вторую петельку. Снимаю 2 петли.
Подхватываю сначала первую, затем вернуть вторую. Обе провязываем лицевыми. Так, между перекрещениями теперь 4 лицевых. 1, 2, 3 и 4. Перекрещение выполняем 1 на 1 с уклоном влево. Правую спицу за вязанием ввожу во вторую петельку. 2 петли снять. Вернуть первую, затем вернуть вторую. Обе провязываем лицевыми. 1 и 2. Есть перекрещение 1 на 1 с уклоном влево. Еще 2 лицевые. Кромку я вяжу изнаночной петлей. Вот такой у нас 7 ряд с лицевой стороны. Разворачиваем вязание. 8 ряд у нас на изнанке. Вяжем по рисунку. Первую петлю снимаем. Каждую из петель провязываю я изнаночной петлей. Вот все петельки классическими изнаночными я вяжу до конца ряда. В 9 ряду с лицевой стороны снять первую петлю. 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Еще раз 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. Последние 12 петель повторяете в конце кромку изнаночной. Готовый 9 ряд. Так, работу разворачиваем. 10 ряд, изнаночная сторона. Первую петлю снять. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. И 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. В конце кромку изнаночной. Есть. Работу разворачиваем. Так, 11 ряд, лицевая сторона. Кромку снимаем. 3 лицевые. 1, 2, 3. Перекрещивание 1 на 1 с уклоном вправо. Правую спицу спереди ввожу во вторую петельку. 2 петли снять. Вернуть сначала первую, затем вернуть вторую. Поменяла их местами. Обе провязываю лицевыми. Затем 2 лицевые петли. Перекрещивание 1 на 1 с уклоном влево. Правую спицу за вязанием ввожу во вторую петельку. 2 снимаю. Вернуть сначала первую, затем вернуть вторую. Обе провязываем лицевыми. Есть перекрещение 1 на 1 с уклоном влево. Так, заканчиваем 3 лицевыми. Кромку вяжу изнаночной петлей. Так, готовый у меня 11 ряд. Так, разворачиваемся. 12 ряд с изнаночной стороны. Первую петельку снять. Все петли 12 ряда вяжем просто изнаночными петлями, так как нам нужно их выполнить по рисунку. 13 ряд с лицевой стороны. Крайнюю петельку снимаем. 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 2 лицевые. И снова 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4 и 5. Кромку вяжем изнаночной петлей. Такой 13 ряд. Поворачиваем вязание. 14 ряд. Первую петельку снять. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 изнаночных. Еще 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Кромку вяжем изнаночной петлей. Это был 14 ряд. Поворачиваем вязание. С 15 ряда наш узор меняется симметрично. Итак, первую кромку снимаем. Теперь у нас начинается с лицевых. 4 лицевые. 1, 2, 3 и 4. 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Кромка изнаночной петлей. Вот такой у нас с вами 15 ряд. Видите, симметрично мы вот здесь и здесь. У нас будет половинка вот этого нашего раппорта. Поворачиваем вязание.
Так, 16 ряд. Первую петельку снимаем, петли по рисунку. Это 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 4 изнаночных. 1, 2, 3, 4. И кромка изнаночной петлей. Готовый 16 ряд. Разворачиваем вязание. 17 ряд с лицевой стороны. Итак, первую петельку снимаем. Начинаю я из 3 лицевых. 1, 2, 3. Дальше перекрещение 1 на 1 с уклоном влево. Правую спицу за вязанием ввожу во вторую петельку. 2 снимаю. Подхватываю первую, затем возвращаю вторую. Вот так. И обе провязываю лицевыми. Это перекрещивание 1 на 1 с уклоном влево. Дальше 2 лицевые. Перекрещивание выполняем 1 на 1 с уклоном вправо. Теперь спереди правую спицу ввожу во вторую петельку. 2 снимаю. Подхватываю сначала первую, затем возвращаю вторую. Поменяла местами и обе провязываю лицевыми. Есть перекрещивание с уклоном вправо. Закончить 3 лицевые. Кромку изнаночной. Такой у нас с вами 17 ряд. Поворачиваем вязание. В 18 ряду крайнюю петельку снимаем и все петли провязываем изнаночными. То есть снова с изнаночной стороны мы все вяжем по рисунку. И сейчас это у нас все петли изнаночные до конца ряда. Так, следующий 19 ряд. Первую петлю снять. 3 лицевые. 1, 2, 3. 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 лицевые. 1, 2, 3. Кромку вяжу изнаночной петлей. Готовый 19 ряд с лицевой стороны. Поворачиваем вязание. 20 ряд. Петли должны вязаться по рисунку. Первую петельку снимаем. 3 изнаночные. 1, 2, 3. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 изнаночных. 1, 2, 3. Кромку изнаночной. Готовый 20 ряд. Разворачиваем вязание. Так, наш сейчас рисунок. 21 ряд у нас с лицевой стороны. Первую петлю снять. Вяжу 2 лицевые. 1 и 2. Выполняю перекрещение 1 на 1 с уклоном влево. Сзади правую спицу ввожу во вторую петельку. 2 снять, поменять местами. Вернуть обратно и обе провязать лицевыми. Вот так. Так, дальше 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Перекрещение 1 на 1 с уклоном вправо. Правую спицу спереди ввожу во вторую петлю. 2 снять. Поменять местами и обе провязать лицевыми. 1 и 2. Затем еще 2 лицевые. Кромку выполняем изнаночной петлей. Вот такой у нас 21 ряд. 22 ряд с изнаночной стороны. Первую петлю снимаем. Все петельки выполняем изнаночными. Вот так до конца ряда каждую петельку вяжу изнаночной петлей. Работу разворачиваем. 23 ряд с лицевой стороны. Снять петлю. Так, теперь начинаем из 2 лицевых. Так, а дальше 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. В конце 2 лицевые. Кромку изнаночной петлей. Есть 23 ряд. Разворачиваем вязание. 24 ряд с изнаночной стороны. Петельки выполняются по рисунку. Крайнюю петлю снять. Значит, у нас 2 изнаночных, 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Плюс 2 изнаночных. Кромку также изнаночной петлей. Разворачиваем вязание. С лицевой стороны 25 ряд. Первую петельку снимаем.
1 лицевая, перекрещение 1 на 1 с уклоном влево. Правую спицу за вязанием ввожу во вторую петлю, 2 снять, вернуть сначала первую, затем вернуть вторую. Обе провязываем лицевыми петельками. Есть. Так, дальше вяжу лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель. Перекрещение 1 на 1 с уклоном вправо. Спереди правую спицу ввожу во вторую петлю. 2 снимаю. Вернуть сначала первую, затем вернуть вторую. Перекрестила. Провязываю обе лицевыми. Получила перекрещение вправо. 1 лицевая. Кромку вяжу изнаночной петлей. Готовый 25 ряд. Разворачиваем вязание. 26 ряд. Первую петлю снять и все провязать изнаночными петлями. Вот каждую петлю я вяжу изнаночной до конца ряда. Так, 27 ряд у нас с лицевой стороны. Так, значит, первую снять. Вяжу 1 лицевая, 10 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 и 10. Плюс 1 лицевая. Кромку вяжем изнаночной петлей. Значит, готовый у нас с вами 27 ряд. 28 ряд с изнаночной стороны. Последний ряд нашей схемы. Крайнюю петельку снимаем. 1 изнаночная. 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. 1 изнаночная. Кромку я вяжу изнаночной петлей. Есть 28 ряд. Смотрите, вот эти 28 рядов. Это один наш раппорт рисунка. Дальше мы рисунок начинаем с первого ряда. В первом ряду у нас было 2 изнаночных. Здесь по центру 8 лицевых, 2 изнаночных. Вот так вы повторяете. Получаете наш красивый рельефный узор спицами. Всем большое спасибо. С вами была Катерина Мушина. Это канал Школа вязания «Наша пряжа». Всем до новых встреч!